Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Крахмалев, я игрок команды Луга Депортива. Мы только что завершили второй матч. Второй матч у нас также завершился поражением со счетом 5-1. К сожалению, приходится замечать, что в этом матче мы были крайне недовольны судейством. Судейство было, откровенно говоря, просто отвратительное. Такое ощущение, что судьи кого-то боятся. В остальном, конечно, мы виноваты абсолютно сами, полностью наша вина. У нас была масса нереализованных моментов. Игрок своими моментами воспользовался. Ну вот, стечение всех этих обстоятельств привело к тому, что мы вторую игру, к сожалению, проиграли. Будем надеяться, что дальше нас ждут хотя бы ничья, а дальше победа. Спасибо. Молоканов Александр Дмитриевич, капитан Депортива. С победой вас. Спасибо. Сегодня крупная победа удалась, в игре все получалось. В первом тайме чуть тяжеловато шло, во втором тайме, конечно, игроки распотелись, чуть немножко поняли друг друга. Три игрока пришло много, как я говорил, стало полегче играть. Взаимопонимание появилось после второй игры. Хороший матч провели все. Всем спасибо. Ну, высоко играли, прессинг, да, такой? Да, так и задумано было. Так и договаривались с первых минут сразу. Играть договаривались. Решить все вопросы на поле. Никаких ничьих, ни проигрыш, ничего не было, не должно быть. Ну, сам соперник как бы позволял это делать. Гарантами, чисто тягучая такая игра была. Много отскоков, немножко недопонимания, не получалось что-то. Мы все равно вели счетом 2-0, первый тайм закончили. Дальше уже полегче, второй тайм вообще в легкую. Ну, как бы нормально. Отлично даже, я бы сказал. Все провели отличный матч. Всем спасибо. С победой. Молодцы, победа вас. Спасибо. Поздравляю.